Всем привет! Приветствую на моем канале. И это будет спокойные и одновременно насыщенные дни со мной и моей подружкой, которая приехала ко мне на пару дней в Москву. Ну и насладимся этими днями. На самом деле это был Sunday и воскресенье, а в субботу я училась до полвосьмого. Спокойные дни, так как мы передвигались, собирались, выходили из дома вообще не спеша, так спокойно, лайтово, и решили первым делом посетить арт-галерею Высшей школы экономики, точнее дизайна. Реально советую. Замечательно, можно прогуляться на Павелецкой площади, потом спуститься в Павелецкую плазу, пройтись там, если какие-то надобности есть еще. И далее мы решили пройтись пешочком до Октябрьской станции, а оттуда поехать на маршруте М1, проехаться по центру до Тверской, нет, Маяковской. Засели в Сиджерия. Она хотела просто съесть долгожданную грудку филе и запачкалась на... Ага, спасибо. Злосчастная грудка филе с морковками, которые завязали, и дополнительно заказала фри. Выйдя из станции метро, конечно, обнаружили ливень ужаснейший, заказали такси, проход, проезд до дома закрыли, поэтому нам пришлось пройтись пешочком, насквозь просто до ниточек промокли за 2 минутки, и этот еще и ветер вообще добил. Это у нас крайний день выходных. Мы идем сегодня преуспевать то, что вчера не успели, в дом Купербе.
Спасибо. Обнаружила множество таких интересных журналов винтажных, книжек и, кстати, советую фильм, либо это был сериал «Голоса улиц» с улиц. Вот такое вот огромное, светлое, современное пространство, о котором наверняка многие наслышаны. Ну и уверена, что это не для разового посещения, что в последующем тоже стоит посещать, вдохновляться, либо приходить со своей музой. Но хочу отметить, что не советую брать сюда перцовки. Ну, в наши дни, я думаю, многих такое снаряжение есть, а с ними просто не пускают. У меня такой яркий, нежный макияж. Еще я снова на Мясницкой, даже я никогда не учусь. Все точится вокруг вышки. Я была решила здесь уже прощаться, но мы пошли за мантами. Второй этаж. Так, распаковка чек. Мы купили за одну штучку за 50 рублей. Вышло на 200. Они супер вкусные. Застроим с перцем. Не нравится чебая. Но специи, да. Специями отдают и луком. Очень много лука. Но не нравится. И снова доброе утро. Так как я не успевала проводить Ленку, мы решили засесть в Бенто Суши поблизости. Все очень-очень вкусно, правда, осадочек остался из-за того, что васаби и соевый соус за доп. Плату, там еще второе, третье, но очень вкусно. Желаю подытожить влог с выходных. Хочу неимоверно поблагодарить вас за содействие на моем канале, за просмотр, и вы знаете, где меня искать.